Это плановый рейд. Мы проводим такие мероприятия около 2 раз в неделю. Участвуют сотрудники управления потребительского рынка услуг и рекламы, сотрудники полиции Балашихинской и сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Рейд по соблюдению масочного режима, наличию средств индивидуальной защиты торговых объектов, соблюдение социальной дистанции и, соответственно, проверка журналов термометрии на входе. Здравствуйте. Полиция, старший участковый уполномоченный. Ваши документы. Ой, я на второй этаж иду. А почему вы без маски? Вот маска. Ну, уже немножко поздно. Вы зашли в торговый паспорт ваш. Марина Николаевна, да. Вы нарушили постановление правительства Российской Федерации о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Сейчас в отношении вас будет сотрудником Россельхознадзора составлен административный протокол, наложен административный штраф.